Маржинальная торговля. Главным преимуществом, фундаментом работы на рынке Форекс является маржинальная торговля. Для того, чтобы торговать на рынке Форекс на межбанковском уровне, необходимо огромное количество средств, поскольку минимальная сделка, один лот, равняется примерно 100 тысячам долларов. Большинство трейдеров просто не имеют таких сумм. Тогда в дело вступают брокеры, которые предоставляют своим клиентам кредит, который имеет форму кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет трейдерам совершать сделки в десятки раз превышающие сумму стартового депозита. Кредитное плечо может составлять от 1 к 1 до 1 к 1000, и зависит оно от условий конкретного брокера. Это значит, что имея депозит в 100 долларов США, клиент может получить кредит от 100 до 10 тысяч долларов США на совершение операций на рынке Форекс. Совершая сделки на большие суммы, трейдер может получать как большую прибыль, так и рисковать огромной суммой денег. Кредит на рынке предоставляется под залог страхового депозита, который также называют маржей. Это означает, что получая кредит на осуществление операций с валютой, клиент рискует исключительно своими средствами. Клиент не может потерять больше средств, чем имеется на его страховом депозите. Сумма залога margin, которая требуется для открытия текущих позиций, рассчитывается следующим образом. Contract size – это размер контракта, как правило, равен либо 100 тысячам единиц базовой валюты, либо 10 тысячам единиц базовой валюты. Volume – объем сделки. Cost – текущая цена валютной пары. Credit leverage – размер кредитного плеча. USD conversion rate – курс конвертации к доллару США. Теперь, зная, что такое залог и как он рассчитывается, мы можем перейти к важному понятию – уровень залога или margin level. Уровень залога определяется в процентах, и он рассчитывается как отношение equity – текущие средства – к margin – залог. И определяется формулой. Margin level является важным показателем, так как на его основе определяется уровень margin call и stop out. Margin call – условие, при котором дилер закрывает открытые позиции. Это происходит в том случае, когда остаток на счете – equity – подходит к 30% от суммы необходимого залога – margin – для суммы всех открытых позиций. Stop out – условие, при котором происходит принудительное закрытие открытых позиций. Этот уровень используется для недопущения превышения убытков трейдера над размером маржи и свободных средств на торговом счете. Как правило, у брокеров этот уровень устанавливается на отметке 10%.